Образовательные организации Заполярья получили гранты на преобразование школьных пространств по проекту Arctic Schools. Один из них достался прогимназии номер 40, в которой сейчас идет подготовка к новому учебному году. Ключевое требование проекта Arctic Schools – участие в разработке дизайна самих школьников. Например, в прогимназии номер 40 Мурманска ученики решили прежде всего преобразовать столовую. Ребята удачно защитили свою идею и получили грант 2,5 миллиона рублей. Теперь здесь идет масштабное обновление, которое и оценило министр образования и науки региона. И панно с северным сиянием, которое предложили дети, и кнопки «Вкусно-невкусно» на выходе для получения обратной связи. Вот все те интересные идеи детей, которые они предлагали, все здесь будет реализовано. Закуплено специальное программное обеспечение для того, чтобы руководство прогимназии получало обратную связь от детей. Все 56 проектов Arctic Schools не похожи друг на друга. В некоторых учреждениях дети решили изменить актовый зал, в других – библиотеку, а кто-то пожелал сделать ремонт в спортивном зале. Цвета, дизайн и смысл, который вкладывали авторы в свою разработку, везде разный. Одни хотели, чтобы обновление не отвлекало от учебы. Другие, наоборот, хотели создать кричащее современное пространство для активного отдыха. С удовольствием решили поучаствовать. Проект разрабатывали наши сотрудники, учителя. И они собрали детей, естественно, родители приходили, мы проводили опрос среди родителей. Среди детей были предоставлены такие идеи, как «Северное сияние» указать, кнопку «Вкусно-невкусно». Проект оказался очень востребованным среди педагогов, учеников, родителей. Около 140 миллионов рублей выделены на Arctic Schools, направлены не только на школы, но и на детские сады.